2012 жылы мемлекеттік бағдарламаны іске асыра қорытындылары және алдыңға кезеңге арналған міндеттер бойынша баяндама жасауға рұқсат етіңіз. Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасымен негізгі 6 бағыт айқындалды. Денсаулықты жақсарту үшін мемлекеттік органдардың, бизнес құрылымдардың және қоғамның күші біріктірілген. 2011 жылдан бастап 7 секторалдық бағдарлама іске асырылуда. Министрлік жанынан пациенттердің құқығы қорғау жөніндегі қоғамдық кеңес құрылды. Ұқсас кеңестер барлық өңірлерде бар. Министрлік 3 жыл денсаулық сақтау саласындағы өзекті тақырыптар бойынша әлеуметтік тапсырысты іске асыруда. Ол үшін 300 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. 2010 жылдан бастап мемлекет басшысын бастамасы бойынша көліктік медицина енгізілді. Республикада 3 консультациялық диагностик пойыз және 49 жылжымы медициналық кешен 12 құтқару пункттер жұмыс істейді. Жедел медициналық жәрдем қызметі жаңғартыла бастады. Одан әрі шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша анағұрлым ұтқар жүйе ретінде санитарлық авиация одан әрі дәме түседі. Үкіметтің шешімен бойынша құрылған республик санитарлық авиация осы салдағы қызметті үйлестірді. Осы жылы педицитарлық секторда туберкулезге қарсы күрес бойынша іс-шаралар барынша жалғастырылуда. Мемлекеттік бағдарламаның маңызды бағыттарының бір медициналық санитарлық алғашқы көмекті дамыту. Осыған байланысты біздің күшіміз отбасылық практиканы дамытуға, мейіргерлердің ролін күшейтуге, әлеуметтік психологиялық қызметті құруға, жастарға арналған достық қызметін дамытуға, халықтың мінез құлқының дені сау үлгісін қалыптастыруға және ұлттық скринингтік бағдарламаның арқылы ынтымақтастық жауапкершілігін дамытуға бағытталған. Учаскелік қызметтің сапасын артыру үшін есепті жылы 9 мың миллиард теңге бөлді. Оның 10% кәсіби дамуға бағытталды. Былтырғы жылы 33 мың медицина қызметкерлер оқытылды. Уважаемый Серик Нигметович, вместе с тем мы вам докладывали, в настоящее время в ряде регионов имеется проблема существенного дисбаланса финансирования амбулаторно-поликлинической помощи, которая имеет тенденцию к увеличению разрыва. И как следствие этого низкий подушевой норматив в Восточно-Казахстанской, Алма-Атинской, Атырауской областях. Данный вопрос был обсужден на вашем уровне, и с 2014 года при вашей поддержке мы планируем реализацию ряда мероприятий в рамках единой национальной системы здравоохранения. Вопросы материнства и детства всегда были и остаются актуальными. За 3 года нам удалось снизить материнскую смертность почти в 4 раза, детскую смертность на 25%. Снижение материнской и младенческой смертности стало возможным в результате внедрения международных перинатальных технологий. На базе созданных 34 центров обучения повысили квалификацию более 20 тысяч медицинских работников. Продолжаются профилактические осмотры женщин и детей. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи включены услуги по экстракорпоральному оплодотворению, число циклов ЭКО в текущем году увеличено в 6 раз по сравнению с 2011 годом. Казахстан является первой страной на постсоветском пространстве, приступившей к вакцинации детей против пневмококковой инфекции. На сегодняшний день в 7 регионах страны привито более 450 тысяч детей. Активно развивается служба хирургии новорожденных, что позволило улучшить выявление пороков развития и более успешно проводить операции. В 2012 году правительством утверждена программа развития онкологической помощи на 2012-2016 годы. В рамках программы внедрена модель финансирования онкопомощи по принципу глобального бюджета, который предусматривает оплату за пациента, включая затраты на лекарственное обеспечение на всех уровнях. Это обеспечит заинтересованность онкодиспансеров в ранней выявляемости заболеваемой и качественного лечения по международным стандартам для увеличения 5-летней выживаемости. В целом бюджет онкологической службы вырос в 2,2 раза, а лекарственное обеспечение в 1,7 раза. Комплекс принятых санитарно-эпидемиологических мер позволил снизить инфекционную заболеваемость по 28 нозологиям, и сегодня ВОЗ признает Казахстан как страну, свободную от малярии и полиомиелита. Уважаемые коллеги, в 2012 году продолжено внедрение единой национальной системы здравоохранения, что позволило сделать систему здравоохранения ориентированную на пациента. Рост доступности стационарной помощи стал возможен благодаря предоставлению права пациенту на свободный выбор стационара, и отмечается рост жителей, которые воспользовались этим правом в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. При этом растет доля сельских жителей, это 46%. Отмечается рост специализированной помощи на 6%, высокоспециализированной помощи на 20%. Сегодня стабильное внедрение единой национальной системы здравоохранения позволило сделать акцент на развитии высоких технологий в регионах страны. Объем услуг ВСМП
высоких технологий по сравнению с 2011 годом увеличен на 60%, при этом больше половины было оказано на региональном уровне. Экономический эффект от внедрения высоких технологий в регионах республики только по 5 технологиям составляет 415 миллиардов тенге. Кроме этого, это позволило предотвратить смертность и инвалидизацию в более 24 тысячах случаев. Для трансферта технологий за рубежа с приглашением ведущих зарубежных специалистов проведено 73 обучающих мастер-класса, и за прошлый год взрослыми детям проведено 90 трансплантаций органов. Впервые в Казахстане была осуществлена трансплантация донорского сердца. На базе 16 кардиохирургических центров и отделений проведено более 20 тысяч операций на сердце. В соответствии с международными стандартами открыто 20 инсультных центров. До конца текущего года нами планируется открытие еще 28 центров, что полностью закроет потребность населения. Для решения проблемы очередности на лечение за рубежом предусматривается оказание медицинской помощи нуждающимся в условиях отечественных клиник с привлечением зарубежных специалистов. С этого года мы будем оплачивать высокие технологии по стоимости, приближенной к стоимости в зарубежных клиниках, и надеемся, что это будет стимулировать наших специалистов к внедрению высоких технологий. Сегодня по всей стране действуют единые тарифы на оказание стационарных услуг. Реализован принцип «деньги следуют за пациентом». Только в 2012 году более 21 миллиарда тенге оплачено за иногородних пациентов. В предыдущее время это деньги шли из карманов пациентов. Внедрение единой национальной системы стимулирует эффективное использование ресурсов. С начала внедрения системы сокращено около 6 тысяч коек, под нужды больных перепрофилировано почти 8,5 тысяч коек. Практически в три раза выросло количество больных, которые пролечились в условиях дневных ресурсосберегающих стационара. В рамках информационного обеспечения реализации ИНЦЗ создана онлайновая система мониторинга качества медицинских услуг, и сегодня сформировано 750 тысяч электронных паспортов здоровья населения. Из 24 государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, 15 услуг уже оказываются в электронном режиме. Уважаемые коллеги, как вы знаете, только эффективный менеджмент может обеспечить качественную реализацию программ. На базе созданного центра менеджмента для внедрения практики рационального использования бюджетных средств, ресурсосбережения, обучения более 3000 менеджеров. Внедряется модель корпоративного управления путем ведения наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозведения. Вместе с тем, недостаточными темпами осуществляется перевод медорганизации в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения Южно-Казахстанской области. Переведена одна организация, Мангыстауской, 10 организаций. До сих пор не созданы наблюдательные советы, соответственно, в Южно-Казахстанской и Мангыстауской областях. Формируется здоровая конкуренция на рынке медицинских услуг. Благодаря созданию равных условий для государственных и частных организаций, число негосударственных поставщиков медуслуг возросло до 16%. Опыт развития службы гемодиализа в стране в рамках государственно-частного партнерства показал высокую эффективность данного подхода. В целях выполнения поручений главы государства для снижения нагрузки на бюджет и улучшения качества медицинских услуг, министерством на долгосрочную перспективу будет принята отраслевая стратегия по внедрению и развитию ГЧП в сфере здравоохранения. В рамках стратегии предусматривается использование международно признанных схем ГЧП, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, передачу на доверительное управление, оказание медицинских и немедицинских услуг. Одним из важных направлений в развитии отрасли здравоохранения остается повышение компетентности кадров в соответствии с наилучшей международной практикой. В 2012 году впервые средства на обучение специалистов, оказывающих стационарную помощь, были заложены в тариф гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И это позволило руководителям медицинских организаций самостоятельно определить тематику и обучить более 26 тысяч специалистов, причем большинство из них на местах. Внедрена накопительная система образования, предусматривающая повышение мотивации медицинских работников к непрерывному профессиональному развитию. По опыту развитых стран открыт республиканский центр независимой оценки знаний и навыков. Крайне важным вопросом остается вопрос закрепления кадров. Министерство готовит кадры и направляет их в регионы. Задача местных исполнительных органов – удержать специалиста, создав для этого соответствующие условия. Из 2312 выпускников в 2011 году трудоустроились 1849, а в 2012 году из 1745 трудоустроились 1402 специалиста. До 70% обеспечили жильем и максимально решали этот вопрос в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Атырауской областях. И крайне слабо занимались этим важным направлением Актюбинской, Мангыстауской и Жамбылской области. На 1 января этого года дефицит врачебных кадров по незанятым должностям составил 4,5 тысячи штатных единиц, причем наибольший дефицит отмечается Алматы, Кустанайской, Алматинской областях. Уважаемый Серик Неметович, уважаемые коллеги, в рамках 6-го направления госпрограммы по повышению доступности и качества лекарственных средств для населения министерством совершенствуется система лекарственного обеспечения. Объем средств на лекарственное обеспечение по гарантированному объему составил свыше 120 миллиардов тенге в целом.
В целях поддержки социально уязвимых слоев населения лекарственные средства с 2012 года отпускаются бесплатно. На эти цели выделено более 3 миллиардов тенге из средств республиканского бюджета. В прошлом году для решения проблемы обеспечения амбулаторных больных дорогостоящими лекарственными средствами закуп лекарственных средств был поднят на республиканский уровень. При этом высвобожденные средства должны были быть направлены на более полный охват других диспансерных больных. Вместе с тем остается проблема недостаточного финансирования из местного бюджета. При этом наибольшая разница от реальной потребности в Алматинской, Карагандинской, Кустанайской, Мангостауской областях. Во многом это является причиной проблем на уровне первичной медико-санитарной помощи, и нам надо совместно с местными исполнительными органами решать эти вопросы. Для повышения контроля за адресностью лекарственного обеспечения совершенствуется формулярная система. Внедрена автоматизированная информационная система лекарственного обеспечения, которая сегодня дает возможность проследить фактическое получение гражданином лекарственных средств, которые гарантированы ему государством. Для усиления контроля за качеством планирования созданы регистры больных по основным видам заболеваний. Это онкология, диабет, гемофилия. С целью обеспечения прозрачности закупа процедуры и исключения простоя оборудования пересмотрена система планирования и закупа медицинской техники. Постановление правительства оборудования стоимостью до 5 миллионов тенге разрешено медицинским организациям закупать самостоятельно. Медицинская техника стоимостью от 5 до 50 миллионов тенге приобретается через лизинг, который является инструментом для повышения эффективности использования медицинского оборудования. В текущем году нам предстоит принять меры по организации сервисного обслуживания медицинской техники путем развития государственно-частного партнерства. Хочу доложить, что все задачи, поставленные перед отраслью в текущем году, а также обязательства по достижению целевых индикаторов госпрограммы на 2012 год выполнены. Принятие комплекса мер позволило снизить в 2012 году материнскую смертность на 22,4%, младенческую смертность на 8,7%, от болезней системы кровообращения на 20%, от онкопатологии на 3%, от туберкулеза 15% и так далее. В результате ожидаемая продолжительность жизни возросла на 0,58 года и составила 69,6 года, тогда как государственная программа была предусмотрена достичь 70 лет к 2015 году. Уважаемый Серик Нугметович, уважаемые коллеги, разрешите остановиться на приоритетах и задачах на 2013 год в рамках реализации поручений главы государства и государственной программы развития Саламата Казахстан. Нами будет продолжена реализация мероприятий по снижению материнской и младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, травматизма, туберкулеза, а также развитию транспортной медицины. Второе. Дальнейшее развитие получит социально ориентированную модель первичной медико-санитарной помощи. Будет усовершенствована система лекарственного обеспечения, в том числе на амбулаторном уровне, внедрена формулярная система. Продолжится внедрение инновационных проектов и трансферта передовых технологий медицинской помощи в общую систему здравоохранения, усовершенствованы стандарты оказания медицинской помощи в соответствии с международными нормами, активно будут внедрены современные инструменты менеджмента, принципы корпоративного управления в государственном секторе, развиваться государственно-частное партнерство, эффективные механизмы ресурсосбережения. Будут усовершенствованы структура и содержание подготовки специалистов здравоохранения, а также дальнейшее развитие получит единая информационная система здравоохранения в рамках госпрограммы «Информационный Казахстан 2020». Уважаемый Серик Нугметович, уважаемые коллеги, 2013 год является завершающим годом первого этапа реализации госпрограммы. В конце года мы будем подводить итоги первого этапа реализации, и в течение второго полугодия с учетом первого этапа будут внесены соответствующие корректировки. Госпрограмма «Саламата Казахстан» позволит повысить эффективность управления отраслью, что в конечном итоге должно обеспечить высокое качество медицинских услуг, доступность и конкурентоспособность самой системы здравоохранения. И в завершение позвольте еще раз поблагодарить вас за поддержку, за продвижение всех инициатив в области здравоохранения. Благодарю за внимание.